Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что принесет вам воскресенье. А воскресенье, девочки, принесет вам гордое одиночество. Или будете заниматься, например, подготовкой к работе, может быть, написанием какой-то научной работы, дипломной работы, не знаю, что-то связанное с наукой, может быть, изучением чего-то будете заниматься. Ну и без свиданий, праздником не обойтись. Также в воскресенье вас ждет, ну, видимо, днем вы будете заниматься чем-то серьезным, а послеобеденное время скорее, может быть, ближе к вечеру, ждет вас встреча с подругами, друзьями, знакомыми, а может быть, родственниками. В общем, какое-то веселье планируется. Может быть, свидание с мужчиной, но тогда вы будете точно не вдвоем. Скорее всего, это будет какая-то, вот он и мужчина, собственно, веселая компания. Если мужчины у вас нет, то есть прекрасный шанс в воскресенье вечером познакомиться с мужчиной в какой-то веселой компании. А мужчина причем серьезный достаточно. И, скорее всего, вообще не завсегдатай таких мест. Да, такой достаточно серьезный. Так что может быть очень даже перспективное знакомство, честно говоря, которое может вполне поменять вашу жизнь. Обретете вы спутника жизни наконец-то. И звезды, это вообще колода 7 звезд называется, и одна звезд говорит о том, что птичка в клетке, то есть знакомство с этой с этим мужчиной, да, приведет к тому, что, видимо, исполнится какое-то ваше желание.